хуй его знает. Вот, приехал на место, где 81-й полк базировался. Вот, пока сгоревший тигр. Все сгорело. Сейчас будем смотреть, 200-й, 300-й есть здесь или нет. Последствия всего, всех этих прилетов. Также нам сожгло машину. Снимаем сейчас, на который момент выполняли боевые там мосты, задачи. Мосты, коробка, если она еще живая будет, раздатку. И опять же будем собирать на другую машину и выполнять боевые задачи. Вот они все наши прилеты. Есть нерзававшиеся снаряды. Эти здесь гады начали выслеживать нас прям. Здесь. Ой, как хорошо. Там лежит тоже. Вот все горит.